Народный ансамбль «Асыл Әжелер» был образован чуть более 10 лет назад в Каргалинском сельском округе. 20 самых активных и креативных бабушек, самой старшей из которых 75, успели побывать во многих регионах не только Казахстана, но и соседней России. А на днях пожилые красавицы покорили своим пением узбекскую публику, завоевав первое место в международном конкурсе фестиваля «Планета мира», который проходил в столице Узбекистана, городе Ташкент. Мы приехали с солнечного города Ташкент. Там нас встретили очень хорошо, добродушно. Спасибо народу Узбекистана. Они нас приняли. Был объявлен годом Казахстана в Узбекистане. Мы заняли, конечно, там первое место. Также и приглашены теперь в Прагу, в Дубай, в Турцию, конечно, и в Нур-Султан. В репертуаре у хора есть советские песни и зарубежные, но больше всего, по словам бабушек, душу иностранных зрителей трогают казахские народные песни. Всего в конкурсе приняли участие 8 стран Средней Азии. Все солисты ансамбля были награждены дипломами и медалью Бейбітшілік Әлемі. А руководителя наградили медалью за вклад в укрепление дружбы и солидарности между народами. Мереке Амангелдіқызы, Жанаділ Сагиев, телеканал Актобе.